чисто, безопасно, комфортно, а главное, в ногу со временем. Чтобы соответствовать как минимум трем первым критериям, на главном центральном пляже города благоустроительные работы не затихают ни на одну минуту. Активная фаза подготовки к очередному пляжному сезону здесь традиционно ведется за несколько месяцев до его официального старта. Начинается все с санитарной уборки, очистки от мусора, покоса травы, покраски малых архитектурных форм. После сюда завозят песок и наполняют бассейны. Затем поддерживать порядок на центральном пляже необходимо с утра до вечера. Ежедневно осуществляется сбор случайного мусора, то есть это с 6 до 8 вечера, то есть патрульной уборкой. До 8 часов утра, то есть каждого дня, производится вывоз твердобытовых отходов. Для этого здесь выставлено 24 контейнера. Каждые 2 недели мы сдаем на анализ в Роспотребнадзор, соответственно, воду на химические и бактериологические показатели. Сегодня весь центральный пляж условно разбит на нестационарные торговые объекты или сокращенные НТО. Федерация пляжного волейбола уже разработала концепцию преображения своего участка на пляже. В ближайшие годы своими силами и за счет спонсорской поддержки они собираются организовать здесь масштабную спортивную зону, установить большой теннисный корт, оборудовать детский игровой комплекс, заасфальтировать оставшуюся часть дорог. В планах даже построить зимний комплекс для игры в волейбол. Сейчас надо привлекать спонсоров. Спонсоров, они у нас есть в городе, они уже выходят с предложением о том, чтобы чем помочь, что сделать и так далее. То есть мы сейчас планируем, вот начиная с, скажем так, с левой стороны вот этой площадки, начинаем обустраивать вот согласно вот этого проекта. Поэтому вот желающие люди как бы поучаствовать, мы их приглашаем. Современная спортивная зона на центральном пляже придется как никогда кстати, если Ульяновская область станет местом проведения финала всероссийских соревнований по пляжным видам спорта. О такой возможности сообщил губернатор Сергей Морозов во время своего рабочего визита на городской пляж. Министр посмотрел, сказал о том, что да, площадка по себе, сама по себе очень интересная, практически в центре города, хорошая доступность. И одновременно, так сказать, хорошие перспективы тому, чтобы соответствовать самым высоким, даже международным требованиям. Предложение по организации масштабных соревнований сейчас находится на рассмотрении федерального правительства и Министерства спорта страны. Вне зависимости от решения, на пляже предстоит сделать много работы. Улучшить качество освещения, реконструировать бассейн, увеличить парковочные места и сделать больше подъездных и пешеходных путей. Рената Альгулова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.